Всем привет! Это видео снимается специально для канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». А в сегодняшнем видео я вам расскажу о том, какая же должна быть оптимальная температура для вашего холодильника, поскольку для каждого холодильника производитель выставляет, в принципе, свои параметры, но они универсальны. То есть среднетемпературный режим, который выставляют производители, это от плюс 2 до плюс 5 градусов. И в принципе в любом холодильнике этот температурный режим установлен на датчике изменения температуры. То есть по шкале вы выбрать не можете больше. То есть в среднем там где-то от плюс 1 до плюс 7, но плюс 8 максимум градусов это температура шкалы, которая предоставляется. Но вот этот заданный промежуток температуры от плюс 2 до плюс 5, это заявлено и желательно и для вашего холодильника, и для ваших продуктов, которые там хранятся. Поскольку если, допустим, вы выберете температуру больше, да, плюс 5, тогда ваш холодильник, соответственно, будет нагонять меньше холода, и ваши продукты очень быстро испортятся. Поскольку это такая оптимальная прям температура для формирования патогенных бактерий, которые будут развиваться, и, соответственно, пища в вашем холодильнике станет непригодна. Если вы выберете температуру ниже, плюс 2, там, ставите там 1, да, градус, то это слишком холодно, скажем так, да, простым русским языком. Какие-то продукты у вас начнут перемораживаться, портиться. И еще главное, что продукты в вашем холодильнике должны быть расположены правильно. То есть практически в каждом холодильнике есть отсеки внизу для хранения овощей и фруктов. Они там не просто расположены. Это специально для того, чтобы нормализовать температуру для них в этом ящике, чтобы они там держались свежими и вкусными и сохраняли свои витамины как можно дольше. То есть не пренебрегайте этим, храните в холодильнике, в ящике именно ваши овощи и фрукты. Выставлена правильная температура прослужит не только вашему холодильнику, который будет работать вам на дольше времени, но и вашим продуктам, которые там хранятся, поскольку все это стоит денег, конечно, мы все это с вами покупаем, и не хотелось бы, конечно, чтобы это все испортилось. Ну и к тому же, чтобы испортился ваш холодильник, который, если что, придется тоже, конечно же, менять. Поэтому выбирайте правильную температуру, еще раз повторюсь, от плюс 2 до плюс 5. Но лучше прочитайте инструкцию к вашему холодильнику и посмотрите желаемую температуру именно для вашего холодильника от вашего производителя. На этом я с вами прощаюсь. Это видео снималось специально для канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Если оно вам было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!